На конкурс дети читают стихи. Ведушникова Арина, 12 лет. Отрывок из стихотворения Юлии Дымниной «Зинка». Мы легли у разбитой ели, ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью даем теплее на продрогшей гнилой земле. Знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет. Дома, в яблочном захолустье, мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимые, у меня лишь одна она. Пахнет дома крашнёй и дымом, за порогом бурлит весна. Старой, кажется, каждый кустик беспокойную дочку ждет. Ты знаешь, Юлька, я против грусти, но сегодня она не в счет.